конечно же, проходят разминку. Действовать вместе, вместе толкаться, чтобы сосиска эта летела вперед к вашей победе. Внимание!
Потому что последнему плохо сидеть. Так, взлезаем следующие. Ой, там опять чуть-чуть средний. Дошел до финиша. И у них как-то получается! Тактика! Еще молодцы! Раз, два! Два, умница! Вот тут точно олимпийская спорта! Сосиска, разворачивайтесь! Дети не так! Вот сосиску как-то не так развернули, папа пытался развернуть сосиску! Давай так, вперед! Давай, главное, чтобы аварии не произошло! Болельщики! Болельщики, два шага назад! Болельщики, два шага назад! Болельщики! Не мешайте, пожалуйста, два шага назад! Болельщики! Давай, два назад! Давай, раз! Девочка, впереди одна толка! Давай! Мальчики, ну, ногами! Да! Мальчика вперед Друзья, голубенькие, синенькие, вы молодцы! Это было самое сложное задание! На старт! Внимание! Наша малаша и у тебя.
Завалился на финише. Он присуждается команде третьего А-класса. Синенькие на линии старта. Внимание! Марк, давайте сюда. Поможете? Для этого большой круг, два класса, один большой кружочек. Будем дружны всегда. А где-то слева найдите и пощекотите его немножко. Вон лево. Руку правую вперед, а потом ее назад. Потом ее назад. И вперед. И вперед. И немножко вокруг себя, поехали. Танцуем, танец, дружба. Вам за победу. Ну и, наверное, в честь Масленицы вот такие петушки. Всем по петушку. Сколько на ваш ряд? Кучки поднимаем, можно и снять.